1613 заявок поступило в аварийно-диспетчерскую службу, из них 1070 закрыты, остальные отрабатываются. Таков результат работы управляющей компании «Авангард Восток» за период с 1 декабря по сегодняшний день. Об этом сообщили жителям на еженедельной встрече в Центре приема и отработки заявок на Космодемьянской. Количество жалоб по отоплению заметно снизилось. Это видно и потому, что раньше каждое обращение было по отоплению, сейчас, соответственно, раза в 3-4 меньше. Ушли обращения по мусору в тех домах, где мусоропроводы и мусорокамеры забивались. Последние пару недель обращений не было. Налаживается уборка территории. У вас уже работает в иной день, я смотрю, по 4 единицы тракторов. Наводится порядок. Не все еще убирается так, как хочется, не все посыпается так, как хочется. Но движение вперед по компании все-таки есть. Много работы, на самом деле, но все вместе, все мы быстро не устраним. Главное — терпение. Приоритет для меня в самую очередь — это запустить дом, а потом уже текущие моменты. На встрече обсуждались волнующие жителей проблемы. Вопросы на их устранение, напомним, у назначенной постановлением главы округа компании «Авангард Восток» есть неделя до следующей встречи. Все заносится в протокол. Над оперативным решением каждой задачи вместе с управляющей компанией работают депутаты, блок жилищно-коммунального хозяйства, территориальные отделы администрации муниципалитета. Основные усилия УК брошены на ремонт коммуникации и устранение последствий прорывов. Работа идет, но сделать предстоит еще очень многое. Разобраться со всем тем наследием, что оставила предыдущая организация. «Авангард» по-прежнему ведет набор специалистов. На местах нужны ответственные работники, понимающие в своем деле слесари, электрики и другие. Продолжает работу и Центр приема и отработки заявок на Космодемьянской 15В. С понедельника по субботу с 12.00 до 20 часов заявки принимаются как в очном режиме, так и по телефону 8-496-258-51-62. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.